Я сейчас нахожусь в Турции, вот, и все влоги приблизительно 2,5 месяца будут отсюда. Вот, так что если вам это интересно, то подписывайтесь, ставьте лайк. Вот. А сегодня будет такой влог о моем дне в Турции, просто обычный день в Турции. Вот. Но я постараюсь сделать его как можно эстетичнее и интереснее. Смотрите, какая эстетика лютейшая. Вот, это шестерка воронов. Лисья нора здесь есть. Гордость предупреждения, такой немножко импостер среди всех этих книг. Вот. А сейчас я хочу начать читать вот эту книгу. Таинственная история Билли Миллигана. Вот, это про, короче, серийного убийцу, которое было там куча личностей, вот, потому что я такое обожаю, я на ютубе постоянно смотрю, типа, эту девочку нашли там-то, там-то, что с ней стало, ну, всякие криминал истории, короче, вот, и это просто, это вот, это моя любовь, я не знаю, как описать, моя любовь к книгам вообще. Тупейший человек, у меня урок в 2 начинается. Я перепутала, я думала, у меня урок в 3 начинается. Села, делала домашку к этому же уроку, блин. И все. И мне пишут, типа, Полина, где ты? А я домашку делаю. У нас такое большое было задание домашнее. Да. Да, на себя. А? И еще дальше. Что? Нет, что, я просто хотела сказать, что... Смотри. Так, сейчас чем мы будем заниматься? Сейчас посмотрю тогда. Сейчас я пойду на прогулочку, вот, и, возможно, зайду в торговый центр, вот, потому что мне нужны шорты. Но я еще не знаю, скорее всего, зайду в торговый центр еще. Вот такую себе футболочку прикупила. Здесь Маша стоит, моя вешалка личная. Вот мы купились, идем домой. Покажи все.
Ребят, сейчас будет лютейший обзор на мои новые вещи. Какой лук? Да, все ставим лайки. Как бы лайки вот этому луку в первую очередь. Вот такой вот. Мне кажется, очень модно, стильно, молодежно. Вот. Сейчас будет второй. Следующий лук. Это такая вот данная футболочка. Вот такая вот. Вот с таким задом. Я считаю. Очень симпатичная. Вот. И такие треники. Велосипедочки. Вот такие вот. Вот, мне очень нравится, как это выглядит. Сюда мне еще кроксы потом я куплю. Вот под этот лук кроксы и все. Это просто вот не буду говорить. Это будет просто офигенно, я считаю. Вот пиццком. Вот очень вкусно и аппетитно. Сейчас буду кушать. Мне кажется, я в этом влоге только и ем. Вот. Ну, вообще-то, не так.